Привет всем! Да, именно так. Причиной вашей болезни может быть токсокороз, предупреждает Мэрилин Ларкин в Reuters Health Information на Medscape. Токсокороз – это гельминтоз из группы нематодозов, вызываемый несвойственным человеку паразитом токсокарой, похожей на человеческую аскариду, и поражающий обычно животных из семейства псовых, как, например, собак, кошек, волков, лисиц. Встречается, несмотря на низкую осведомленность, довольно часто. Им заражено не менее пятой части популяции, причем большая доля приходится на детей. Где меньше уровень дохода, индекс развития человека, где меньше широта, где больше влажность, температура воздуха, количество осадков, там частота токсокороза выше. Как говорится в публикации, ни в одной стране мира нет соответствующих профилактических инициатив, хотя гельминтоз можно предотвращать и лечить с помощью относительно простых методов. Человек заболевает личиночной, висцеральной и глазной, и имагинальной, или кишечной формой токсокороза. Источником инвазии для него являются животные, выделяющие яйца токсокар с фекалиями. Стоит заметить, что, например, в США 20% взрослых собак и 95% щенков заражено токсокорозом, а яйца токсокар обнаруживаются в 10-30% проб почв и дворов. Чаще заболевают дети. Характерны зудящие высыпания, лихорадка, бронхопневмония с мучительным кашлем и симптомами удушья, одутоватое лицо, образование в разных органах, специфический гранулем с личинками токсокар, увеличение печени селезенки, эозинофилия и повышение соя. При глазном токсокорозе возможно необратимое повреждение глаз с абсцессами, мигрирующими личинками в стекловидном теле и кератитом. Кишечный токсокороз проявляется тошнотой, болями в животе, обильной саливацией, понижением аппетита, головокружением. Продолжительность заболевания в силу малого внимания и отсутствия специфического лечения возможна от нескольких месяцев до лет. Диагноз основывается на клинической картине, эпидемиологических и лабораторных данных, включая серологические реакции к токсокорозным антигенам. Эозинофилия может достигать 90% и соя 50 мм в час. Характерна гиперглобулинемия. Яйца токсокар могут быть найдены в испражнениях. Лечение проводится тиабендазолом или мебендазолом. Препараты эффективны лишь в отношении мигрирующих личинок и малоэффективны при образовании гранулем. При кишечном токсокорозе используют пирантел или ланизол и глазном альбендазол. При выраженных аллергических проявлениях используют десенсибилизирующие средства. Рецидивирующая клиническая картина требует повторных курсов терапии. Профилактика предполагает охрану от загрязнения окружающей среды фекалиями собак и кошек, их дегельминтизацией, созданием специальных мест для выгула, соблюдением правил личной гигиены, включая мытье рук после контакта с животными. Детские песочницы стоит держать закрытыми. Кто вооружен, тот защищен. Спасибо, что смотрите мои видео, и да пребудет с вами здоровьем!